Ну что же, ребят, не будем дожидаться рассвета. Вот у меня тут прекрасный обзор площадка. Видишь, вот там, ты можешь видеть, там подсвечивается. Это все вот я, это все я, да. Мои маячки повсюду, вон там мост виден, который я сделал. У меня здесь есть мысль еще положить парочку мостов, но да пока пусть так и будет. Сейчас мы посмотрим сразу, что у нас в арсенале. А, в арсенале у нас все готово. Значит, тогда, смотрите, что мы делаем. Ставим вагонеточку. Ну, сюда поближе. Садимся в нее и поехали. Значит, сейчас по дороге будет указатель. Табличечка. На которой будет написано, который это у нас уже перегон по счету. Должно быть их, ну, скажем так, я думаю, 30. Так, блин, я не успел. Ладно. Ладно, я думаю, 30 еще нет, безусловно. А может и есть. Ну что ж теперь делать? Теперь уже едем. А чем надо так криво, как ты экран ведь? А что так? А, рельсы кончились. А, очаровательно. Прекрасно. Ну так тогда что? Сейчас отсчитаем, сколько, по-моему, здесь уже у меня 12 лежит, мне кажется. Ну, может быть. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Поставили. И сейчас пойдем дальше. Здесь традиционно мы... Ну все, это, знаешь... Да, одни и те же действия, но сейчас они необходимы. Потому что большой квадрат... Необходимо доделать. Итак, поехали дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать, одиннадцать, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один. Ну, как я читаю телефонный справочник. Да, я слышал, кто-то из рокеров, по-моему, сказал про кого-то, что он типа такой артистичный, что он может прочитать телефонный справочник, и будет интересно. Да, ребят, кто не знает, были раньше телефонные справочники, телефонные книжки. Было дело. Ну чё, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, десять положили, запомнили. Пробиваемся. У нас была записная, не в смысле телефонная книга, такая желтая. Они, кстати, называются желтые страницы, видимо, от засаленности. Я помню, я с большим удовольствием увидел в книге, изданной официально, наш номер телефона. И наш номер телефона был 218699. По-моему, так. По-моему, вторая цифра 86. Но первая 21, последняя 99, это точно. Так, телефон был на Петрова, на Советской. Шкале. Телефон был 120515. Как вам вообще? Это, по-моему, лучшее сочетание цифр. Самое такое. Короче. Ну, что-то такое очень деловое в этом есть. Что-то такое крутое. Ну, что, ставим. Большинство ощущений, большинство явлений каких, которые ты понимаешь, о чем говоришь, но слова подобрать очень сложно подчас. Да, это был домашний телефон. Я прекрасно помню период, когда, в смысле, не период, я прекрасно помню время, когда сотовых телефонов не было. Был такой термин — новый русский. Вот так. Сейчас, кстати говоря, ушедший в прошлое. Сейчас уже этого термина больше нет. По крайней мере, я уже не слышал больше, чтобы его кто-то вообще произносил. Вот у них были пейджеры и сотовые телефоны.
Вот так-то так. Так-то так. Давай немножко подкопаем все-таки, думаю. Раз уж пошла такая кухня. Вот. И сейчас пойдем дальше. Где у нас тут булыжничек? Заложим. Шикарно. Можем двигаться дальше.